ты. Вот уже более 20 лет Вентспилсская муниципальная полиция стоит на страже общественного порядка. Несмотря на то, что 2016 год еще не закончился, и, как отмечает начальник полиции Янис Арес, подводить итоги года еще рано, уже можно сделать некоторые выводы. В целом год был нелегким. Если говорить о преступных деяниях, при которых пострадали вентспилсчане, то было несколько видов. Кражи, воровство и некоторые другие. Полиция самоуправления приняла большое участие в раскрытии этих преступлений, в задержании подозреваемых в преступлении, к тому же и по горячим следам. По мнению начальника муниципальной полиции, за год особых изменений в худшую или лучшую сторону в общественном порядке города не произошло. Вентспилсчане живут своей обычной жизнью. Многие не знают номер дежурной части муниципальной полиции, что меня огорчает. С другой стороны, если не знают, то не было нужды звонить. В преддверии рождественских праздников становятся актуальными некоторые проблемы. Для большинства вентспилсчан Рождество – это тихий и семейный праздник, но для кого-то и повод для громких празднеств. Зачастую люди просто не задумываются о том, что их поведение может кому-то мешать. Осознанно шумят очень редко, тогда у человека другие проблемы, если он осознанно шумит и мешает другим. У вентспилсчан есть возможность позвонить по номеру дежурной части муниципальной полиции, который следует записать в телефоне каждому, и в таких случаях звонить. Полиция приедет. С наступлением морозов актуальны и другие вопросы. Немногие знают, как нужно действовать, заметив на улице бездвижно лежащего человека. Кто-то даже может пройти мимо. Но по словам Яниса Арайса, на дежурный телефон муниципальной полиции поступает много звонков от обеспокоенных и неравнодушных вентспилсчан. Нам звонят очень много вентспилсчан, горожане отзывчивы. Часто звонят, заметив бездвижно сидящего или лежащего человека. Мы немедленно выезжаем. Наши действия независимо от того, как долго человек пробыл на улице, входит и вызов неотложной медицинской помощи. У нас хорошее сотрудничество со скорой помощью. Они также реагируют незамедлительно. Большую поддержку муниципальная полиция ощущает от вентспилсского самоуправления и от самих вентспилсчан. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем вентспилсчанам счастливого Рождества. Желаю, чтобы 2017 год был намного лучше и спокойнее, чем 2016 год, учитывая ситуацию в мире и террористические угрозы. Татьяна Шаховская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.